Видите, там, короче, уже мне собирает. Это мантница. Это, короче, подарок мантница. Я говорю, я дожила до того возраста, когда мне дарят кастрюли и сковородки. Ну ладно, у меня мантницы-то никогда не было. Теперь буду манты варить. Всякие котлетки на пару, овощи на пару. Они также, наверное, делаются. Распаковка. Батон. Молоко. Ну, я чуть-чуть брала. Омский бекон, колбаса вареная. Сыр плавленый маленький. Другого не было в магазине. И это кошатина. Это для кошки я взяла. Сейчас будем кошку кормить. Да, кошка моя. Давай я тебе сейчас сюда положу. Одну. Ой, упала. Книги взяла в библиотеке. Короче, наша центральная библиотека по Абая закрыта. Кто ходит, кто тоже читает, как я. И мы с Витюхой поехали. Вот как раз на мое день рождения мы поехали книги сдавать. Приезжаем. А там все, ремонт. Сдать можно, брать нельзя. И тут я вспомнила, что я же когда-то была еще записана в библиотеку, которая в автогородке находится. И сегодня как раз у меня по маршруту был автогородок. Думаю, дай зайду, посмотрю, дадут мне книги или нет. Захожу, а я там была записана, когда у меня Витюша еще был вообще маленький месячный ребенок. Когда в декрет я пошла, я туда записалась, чтобы, короче, ну, далеко не ездить, а чтобы тут рядом книги брать. Он тем более маленький был, он же постоянно спал, сиську сосал. А я постоянно читала книги. Это потом мне уже Юра купил ноутбук, и я смотрела сериалы. «Великолепный век» я смотрела, когда Вите моему было сколько, 5-6 месяцев. Ну, чуть больше. Все, как она сейчас его будет лопать, сейчас я покажу. Камеру спущу. Короче, пошла туда, они мне говорят, что это... Так как вы давно не ходили, мы ваш формуляр выбросили. Нужно заводить новый. А вы где? Здесь живете? В этом районе? Я говорю, да, конечно. У меня же прописка-то там, у свекровки. И все, они посмотрели, что да, я реально юбилейный 41. Ну, там показано, что прописка. Меня заново завели, я взяла книги. Муся, давай мы тебя вот так вот поставим. Мусь, давай лопай. Ну, лопай, кушай. О, моя девочка, ты по мне так соскучилась, что ты даже кушать не хочешь. Моя девочка, моя доча, да. Кушай, кушай. Кушай, кошка, вот картошка. Кушай, моя лапочка. Моя ты принцесска, вон ты моя. Люблю тебя. Оу! Что случилось? Ни один исключение не подходит. О, боже. Что у нас тут? А, ты еще и голый. Особенно говорит, да? Ну, что, дома жара. Вот правда, я тоже хожу в этой... Все люди думают, мне нечего одеть. У меня очень много вещей. Ну, просто удобно шорты, это майка. Дома очень жарко, очень тепло. Что тебе делать? Что делать? Не подходит ключ ни один. Сюда к этой гаечке. А дай гаечку посмотрю. Ну вот, смотри, вот, смотри. Сам маленький ключ, это смотри. Это что, у меня целлюлит, что ли? Смотри. Боже. На 8. Я тут зажимаю пальцем, вставляю ее. Она не подходит, она еще меньше. А ну-ка дай гляну. Ну вот ключ на 6 должен быть. Подожди. Ну, правильно, ты, короче, берешь ее, просто держишь, а вот эту крутишь. Понимаешь? Ты ее вот так пальцем держишь и крутишь. Я что теперь должна еще за отверткой идти? Да? Угу. Это все унести? Ключ все равно не подойдет, потому что... Ну-ка дай я гляну еще раз, я тебе покажу другой вариант. А если вот тут вот держать? А, нет. Ого. Ну да. Еще меньше, да, надо. Почему они сразу не ложат отвертку и гаечку? А еще меньше там нету? Нет.
Иди сходи, может, ты в гараже найдешь еще меньше. Нет, Ваня. Это тебе на 6 надо. Да, мне надо на 6. Иди поищи сам. Ты кнопку не нажал в туалете, и она там вода опять, слышишь, бежит. Так что тебе нести-то? Поищи там. Что напора последнее время вообще нету. У нас эта кнопка западает в туалете. Во. Если ее туда сильно вот так вот нажать, я не сильно нажимаю, у меня никогда не западает. Я ее просто до нее дотрагиваюсь, она сама потом этот... О, боже мой. Сейчас пойдем тогда в гараж искать. Тебе и такую надо, да, принести? Что? Короче, и такую, и вот такую. И вот такую, и вот такую. Что и вот такую? Ну, и вот такую, и вот такая, которая вот так вот делается. Отвертку? Да. И ключ. И ключ, во. У тебя что с горлом? А у меня першит. Я не купила антигриппин. Он мой волшебник, он мой сон. Сейчас пойдем. Ох, я сегодня накрашена. Шикардос. Это второй раз я иду уже туда за этими отвертками. Сам-то не хочет. Так. Это стояло здесь. Тут вообще нету. Тут нету. Подожди. Не знаю, вот это нужно взять по-любому. Во. Короче, вот этой он будет вот так держать, а вот этой будет крутить. И вот так он закрутит. Потому что другого варианта я не вижу. Я же еще тот этот мастер-ломастер. У меня как-то автомат машинка бежал, там шланг. Так я ее перемотала пакетиками этими. Обычные. Я знаешь, что придумала? Нет, меньше там ключа нет. Я взяла плоскогубцы, по-моему, это. О, да. Плоскогубцами ты будешь держать. Да. На. Все, ну реально, больше там нету никаких вариантов.